Егор Чернев, народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, председатель постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО. Здравствуйте. Добрый вечер. Егор, сразу вопрос у меня к вам о юридических последствиях этому признанию, потому как очень долго мы ждем, когда Соединенные Штаты, к примеру, назовут Россию страной-спонсором терроризма либо страной-террористом. Этого не происходит по определенным причинам. Здесь расизм. Это новое понятие, которое, в принципе, нигде не зафиксировано в юридических документах. Поэтому объясните, а что из этого далее будет следовать? Это политическое больше заявление, потому что заявление, декларация Парламентской Ассамблеи НАТО, представителей парламентов стран НАТО, но это дает им как раз-таки пас для того, чтобы они принимали подобные решения в своих национальных парламентах. А вот уже национальные парламенты будут, конечно же, иметь принятие таких решений будет иметь юридические конкретные последствия. И, например, введение нового термина «расизм» в юридический обиход на международном уровне может привести, я думаю, что так оно и будет, например, как это было с фашизмом, то есть признание фашистской идеологии запрещенной и привлечение к ответственности тех, кто будет ее пропагандировать, эту идеологию. Поэтому мы закладываем такие фундаменты для того, чтобы и даем пас национальным парламентам для того, чтобы они дальше уже продвигали это в своих национальных парламентах и, соответственно, расширяли понятие, не то чтобы расширяли понятие, а распространяли это понятие, да, и принимали свои решения на своем уровне с юридической ответственностью уже далее. Также контекст важен, опять-таки, я хочу на этом сакцентировать внимание, о Вильнюсском саммите, вы говорили в комментарии, которые мы цитировали, опять-таки, это должно быть протянуто и через Вильнюсский саммит, в случае, если, к примеру, Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, говорит уже не просто об агрессии, а о расизме, если мы уже начали использовать, да, такие дефиниции. Какое это будет влияние иметь в целом, наверное, и на поддержку? Ведь главные месседжи украинской стороны, как я понимаю, кроме там гарантии безопасности и всего прочего, это возможные вооружения. Разве обозначение российского режима таковым, как вы говорили, он будет способствовать этому процессу? Или не нужно вот эта фраза от господина Столтенберга, чтобы поддержка Украины была на высшем уровне? Ну, это абсолютно разные все-таки треки. То, что касается Йенса Столтенберга, это все-таки вопросы больше безопасности. Mm. Это абсолютно согласен, что это военно-политический союз, но все-таки понятие и признание расизма, и наказание расизма, это больше лежит в юридической плоскости. Точно так же, как и, например, тут признание того факта геноцида российским диктатором против украинских детей, о чем уже, в общем-то, ну, еще не совсем, это, конечно же, решение принято самим судом, но вот этот ордер на арест, он же как раз-таки выдан именно за депортацию детей, а депортация детей является уже частью проявлением геноцида. Поэтому это все такая сложная, с одной стороны, конструкция, с другой стороны, вот каждая такая поддержка политическая на международном уровне, она дает больше веса и продвигает этот процесс быстрее к логическому финалу, к представителям Кремля или кремлевской верхушки за решеткой на скамье подсудимых, а самой Российской Федерации как признание агрессором и, соответственно, выплата репараций. Егор, вы знаете, в контексте как раз ответственности, ведь принятие подобных решений, где бы то ни было, на Парламентской Ассамблее НАТО, Парламентской Ассамблее Совета Европы, либо в каждых конкретных государствах, оно, ну, по крайней мере, говорят представители, да, этих институций о том, что это значит, что все те, кто имеет определенное отношение к атаке на Украину, они понесут наказание. А сегодня вы слышали, я уверен в этом, и, возможно, наши зрители также слышали, Романа Протасевича, это один из создателей телеграм-канала «Нех», оппозиционного телеграм-канала белорусского, через которого якобы были, курировались революция, либо пытались курировать революцию в 2020 году на территории Беларуси. Его помиловали. Хотя на самом деле это был просто новостной канал о том, что происходит на территории Республики Беларусь с нормальной точки зрения, а не ту, которую подавала пропаганда. Сегодня
человеком, тяжело мне ее назвать, хотя должен, наверное, как журналист. Ладно, Маргарита Симоньян, она написала у себя в твит, в телеграм-канале вот такое. Коллеги, если можем показать, давайте покажем. Мне тут важны дефиниции именно. Протасевича помиловали, пишет Марго, потому что сдал всех, включая невесту, унижался ровно столько, сколько было велено. Не скандалил и вообще был зайчиком, тем самым продемонстрировав окружающему миру истинную морду любого лидера любой цветной революции. Морду зайца-бздуна. Вы, я думаю, прекрасно себе понимаете, с каким наслаждением писала вот это вот Симоньян эти слова. Особо. Особо. Спасибо, Ксения. Угу. Особо. С прекрасным пониманием того, что до нее руки правосудия точно не дотянутся. Находится она в Москве, будет находиться в не чужой для себя Армении, возможно. Ну, давайте так, ограничимся территорией Российской Федерации. И кажется, исходя из подобных постов и заявлений, что эти люди, которые должны понести наказание, особенно вот этот человек, точно его не понесут. Складывается такое черное, знаете, вот абсолютно чернейшее впечатление. Не хочется в него верить, но все же. И Путин в этом же списке, и Песков, и Лавров, и многие другие. У меня такого впечатления не складывается, потому что мы видели на скамье подсудимых нацистов, которые всю свою жизнь скрывались, потом где-то всплыли, где-то их нашли международные правоохранительные структуры, и они понесли наказание через 50-60 лет. Пропаганда — это тоже преступление в данном случае, потому что и они тоже попадут под дефиницию. Вот как раз поэтому мы настаиваем на создании специального трибунала по факту агрессии, потому что они, такие как Симоньян, такие как Соловьев и иже с ними, несут абсолютно такую же солидарную ответственность, как и принимающие решения про начало так называемого СВО Путин, так и они, разжигающие ненависть и подстрекающие вот как раз-таки к этой самой войне и разжигающие эту войну. Поэтому очень важно создать вот этот специальный трибунал. Потому что Международный криминальный суд, он все-таки занимается вопросами вот такими, как геноцид, он занимается вопросами военных преступлений. И очень сложно, конечно же, провести вот эту вот, знаете, доказательную линию от убийств, зверств в Буче, дотянуться до Симоньян, которая подстрекала к такому поведению россиян на нашей территории. Но вот как раз-таки через факт агрессии все очень просто. Даже вот такими постами или ее высказываниями о том, что они там возьмут за 3 дня Украину или Киев. Поэтому Егор, я правильно, вот вы не слышите этого настроения безнаказанности. Ну, то есть вряд ли, не знаю, Киа Саян, да, возьмет свою жену за ухо и притянет ее в Гаагу, либо наоборот, либо оба два будут так держаться. Ну, то есть человек чувствует безнаказанность. Эта безнаказанность чувствуется в заявлениях, словах и действиях Суровикина, Пригожина, Шойгу. То есть они знают исторический контекст, о котором вы говорите. А Небензя входит туда? Небензя, конечно, входит, который рассказывал о боевых комарах. О боевых комарах на Совете Безопасности ООН дожились, называется. Еще ведь собирали Совет Безопасности, чтобы обвинить, как это мы можем сбивать, ракеты, которые летят на Украину. Это же вообще нарушение прав человека. Вы понимаете, российского. Весь этот, простите, вайб безнаказанности, он, скажем так, наталкивает на вот такие мысли, которые я с вами поделился. Вы знаете, я думаю, что это все наносное, потому что они прекрасно понимают, какие последствия будут после вот этого создания специального суда. Именно поэтому Россия так пытается противостоять и не дать создать этот суд, потому что прекрасно понимают, что дальше их дни будут сочтены. Ну, конечно, есть с одной стороны вариант забиться в какой-то усть непонятно что и прожить там в берлоге под чужим именем. Но вы должны понимать, и мы должны понимать, что снятие санкций, выплата репараций, это все связано абсолютно четко с выполнением предписаний Международного суда. И когда мы будем требовать от нового руководства, от этого руководства России нечего уже требовать, понятно, выдачу
преступников, мы это будем подвязывать к санкциям. Хотите вернуться в нормальную цивилизованную жизнь и как-то взаимодействовать? Я не говорю, что так как будет так же, как это было до войны, потому что, слава богу, страны Европы поняли, что они не могут быть зависимы от энергоресурсов агрессивной России, диктаторской России. Но все равно какие-то торговые отношения будут восстанавливаться. Так вот, это как раз-таки и подвязывается под выдачу международных преступников. И вот эти товарищи, они точно попадут в этот список и будут выданы. Иначе просто по-другому не получится. Да. Егор, вот опять, вы знаете, сказали ключевую фразу, когда мы будем требовать выдачу нового Украины... Господи... Мы просто тут вот одновременно следим за ситуацией, которая происходит в Грузии. Но это отдельная тема. Да? Когда мы будем требовать от нового правительства России выдачу вот преступников военных, опять вы говорите слово «мы». То есть, а вот общество, которое увидит реальную ситуацию, когда вот этот вот морок этот спадет, они не будут требовать выдать, да ладно, не нам, себе хотя бы, всех тех, кто вводил их в этот морок на протяжении лет. Как вы думаете? Вы знаете, как показывает... историческая практика, всегда, когда Россия, Российская империя, Советский Союз проигрывает в войне, это ведет к коллапсу, это ведет часто к каким-то революциям. 1905 года просто после проигрыша в японской войне, 1917 года после тяжелой ситуации в Первой мировой, после Афганистана, который стал катализатором развала Советского Союза, я думаю, что внутри будет такая дестабилизация внутри Российской Федерации, что она может привести к, не знаю, гражданской войне, к как раз-таки к спросу с тех, кто это все начал. Но спрос может быть очень разный. Там есть огромное количество Z-патриотов с промытыми мозгами, которые будут спрашивать, а как же ж мы, почему же мы проиграли, почему же мы были недостаточно суровы, недостаточно агрессивны, не применили ядерное оружие, а ну-ка иди сюда, Путин или кто-то там еще. Такое тоже может быть. И с таким вопросом могут прийти. А не с тем, что вот у нас белина с глаз упала, и куда же мы, как же мы напали на Украину. Но могут быть и такие, могут быть столкновения между ними. Там точно, вот уж точно, там будут внутренние противостояния и внутренняя нестабильность. А уже кто будет выдавать этих преступников нам? Те, кто захочет примириться с Западом, те, кто захочет снять санкции, те, кто захочет вернуться в цивилизованный мир, а не оставаться лапотной Россией. Еще один аспект, в принципе, также и ответственности, потому что к ответственности приведет только одно – победа Украины в неспровоцированной агрессии со стороны государства-террориста Российской Федерации. Чем больше передается Украине вооружение, тем ближе становится эта победа, и вскоре еще один, возможно, встреча на базе «Рамштайн», в формате «Рамштайн», подобная встреча союзников состоится уже на этой неделе. Напомню, об этом ранее говорил министр обороны Украины Алексей Резников. Это будет уже 12-е по счету заседание контактной группы. Приоритеты Украины, по словам Резникова, неизменны. Это ПВО, противоракетная оборона, в том числе. Далее короткая цитата, Егор, и после нее вернемся к обсуждению. Укрепление ПВО ПРО остается нашим приоритетом номер один. Наземные системы от ПЗРК до мощных батарей и ракеты к ним неизменно в фокусе. Об этом мы будем говорить с коллегами на очередной встрече в формате «Рамштайн». Держим строй. Победа будет. Алексей Резников, министр обороны Украины, Facebook. Собственно, если ранее формат «Рамштайн», он считался, наверное, главным, да, в контексте передачи Украине любого вооружения, от «Джавелин» танков и многого другого, то сейчас этих форматов предостаточно. Это и непосредственно контакты президента Зеленского с лидерами стран группы 7, к примеру. Напомню, что на саммите G7 было много заявлений, а сегодняшняя одна из наших тем об F-16. И это вне «Рамштайна» проходило, возможно, определенные консультации были, но заявление прошло не на базе в Германии, не просто, даже в онлайн-формате. Появление больших форматов вот такого сотрудничества со странами НАТО и не только для Украины в контексте вооружения. Каком в этом главное, победа ли это Украины, понятное дело, но что из этого мы в дальнейшем получим, если больше форматов и дальше будет появляться?
Вы знаете, я считаю, что наша дипломатия отрабатывает на все 100 или 200%, и президент во главе этой дипломатии, и постоянно находя какие-то нестандартные решения, нестандартные подходы, и это на самом деле признают наши партнеры. Вот я сегодня буквально общался там с американцами, с французами, с немцами, здесь на полях парламентской ассамблеи НАТО, и они говорят, и сам генсека НАТО, который тоже говорит, что вы просто невероятны в коммуникации, который говорит, что мы понимаем, что вы не слышите, нет, для вас нет этого слова, и вы все равно добиваетесь своего, как это было с танками, так это будет и с самолетами, совсем другим. И хорошо, что наши партнеры это понимают. Расширение разных форматов — это хорошо, но все-таки координация основная по военной тематике, по военной составляющей — это как раз-таки формат «Рамштайн», который, в свою очередь, является таким продолжением формата НАТО, потому что, имея на борту НАТО ту же Венгрию, которая не хочет не то что предоставлять вооружение, но и через свою территорию пропускать любое вооружение в Украину, конечно, будет блокировать. Поэтому был создан формат НАТО для координации 50 плюс стран между собой, кто что может добавить. Конечно же, ведутся переговоры на двухсторонней основе и на многосторонней. Но, например, G7 — это все-таки больше про экономику, санкции и финансовую помощь, а Рамштайн — это больше про вооружение. Угу. Ну и также вы вспомнили о НАТО сейчас, наверное, коротко или как получится, как говорится, о Вильнюсском саммите. К Вильнюсскому саммиту много, скажем так, уже есть ожиданий до него. Создана такая картинка, атмосфера, по крайней мере, что в Литве будут приниматься серьезные, кардинальные и, наверное, исторические решения. Не только для Украины, ни в коем случае. В целом для блока, наверное, североатлантического, и для Восточной Европы в целом. Сейчас мы не будем, наверное, гадать, как это делают многие, гарантии ли это безопасности, либо прямое вступление в НАТО. Что говорят непосредственно участники парламентских ассамблей? Потому что, как я понимаю, это важно все-таки, кулуарные разговоры, среди них иногда вот просачивается та правда. А какое видят будущее, и будущее ли Украины в НАТО наши партнеры, все ли видят? Потому что иногда за заявлением Йенса Столтенберга, генсека НАТО, о том, что будущее Украины в Североатлантическом альянсе, стоят вопросы от Виктора Орбана. Помните, как он в Твиттере просто одним словом прокомментировал это заявление Столтенберга? Что? Что говорят в кулуарах в контексте подготовки к Вильнюсскому саммиту? Вот не то, что в кулуарах, да, это заключено в декларации. И это вот абсолютно понятная общая позиция, что Украина будет членом НАТО. И что партнеры берут на себя обязательства. Вопрос только, как и когда. Конечно, есть страны, например, Литва или Польша, которые говорят, давайте дадим приглашение вот сейчас на Вильнюсском саммите. Не членство, но приглашение. Есть те, кто говорят, смотрите, давайте вот сейчас закончим войну, вы победите, и тогда поговорим уже о дальнейших шагах. Вот в этом есть различие. Например, американцы говорят о том, что примерно, я их уже процитировал, в плане того, что вам сколько ни говори нет, вы все равно всего добьетесь, и в НАТО вы тоже будете. Просто давайте это сделаем вот не сейчас, потому что сейчас мы сосредоточены на том, чтобы сохранить единство внутри альянса, потому что этот вопрос сроков раскалывает альянс. Да, кто-то готов сегодня, кто-то готов только после войны и с выполнением, например, там, каких-то условий, реформ и так далее. Поэтому нету противостояния того, что Украина не будет в альянсе. От Вильнюсского саммита я все-таки ожидаю, и вся, я думаю, что дипломатическая команда украинская ожидает конкретики, конкретных перспектив. Да, мы не можем сейчас назвать дату окончания войны, но мы можем как минимум закрепить то, что Украину ждут в НАТО, что Украина и НАТО будут, несмотря на войну, делать шаги навстречу друг другу, имеется в виду алгоритм, что нужно сделать еще Украине и НАТО для того, чтобы сблизиться, чтобы после войны как можно меньше времени потратить на
нашу интеграцию и получение этого политического решения. Да, есть Орбан, да, есть, не знаю, там, может быть, какие-то другие страны, сейчас есть проблема у Швеции с Турцией. Но я думаю, что эта проблема будет решена. Я думаю, что все эти позиции будут согласованы. В этом есть и сила демократии, и слабость демократии. Здесь нет диктатуры одного, но, опять-таки, все вопросы могут быть решены за столом переговоров. Егор, спасибо вам за комментарии. Напомню, что Егор Чернев был с нами на связи, народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, также председатель постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО.